пятое издание учебника Translation. Мы сделали его на 5 миллиметров тоньше. И теперь он весит 99 грамм. Вспомните прошлогоднее издание. 100 грамм. Олег, ты уронил свой учебник. Как часто с вами это случалось? Новый Translation стал еще прочнее. Работа переводчика иногда вызывает большой стресс. Как часто случалось с вами это? Олег, ты опять уронил свой учебник. Спасибо, Ирина. Обратите внимание, он как новенький. А что будет с нашим учебником, если подвергнуть его более серьезному испытанию? Цель лёхонький, он выдержал даже автокраш-тест. Translation – твой учебник.